Здравствуйте! Сейчас я расскажу, чем отличаются палки для трейл-раннинга от палок для скандинавской ходьбы. Для скандинавской ходьбы нет фиксатора ручки внизу, чтобы рука не уходила вниз. То есть для скандинавской ходьбы палки, они достаточно свободны, поскольку низкая скорость и в основном только по плоской поверхности. Поэтому для трейл-раннинга актуально другое. Фиксатор руки внизу ручки. Поскольку когда вы бежите на скорости, особенно вниз с горы, с такой ручкой у вас от удара о землю, о камень рука может начать уходить вниз. То есть вот так она может у вас соскользнуть. И это неудобно, вы должны дополнительно сжимать палку или можете вниз провалиться. Ручка от палок для трейл-раннинга этого не позволит вам сделать, у вас рука здесь зафиксируется. Дальше. Смотрим на темляк. Темляк палок для скандинавской ходьбы, он достаточно жестко фиксирует руку. Для трейл-раннинга это категорически небезопасно, поскольку темляк должен быть свободный ход, петля. И если вы доворачиваете, то вот так заворачиваете. Почему? Поскольку, опять же, вы бежите быстро, и если палка у вас застревает или еще где-то в камнях, у вас должна она вылетит рука. То есть у вас палка остается, рука вылетела, но вы за ней вернулись. Здесь же, если вы палки для скандинавской ходьбы будете использовать для трейл-раннинга и жестко зафиксируете руку, то у вас палка застревает, и вы ее не можете выдернуть, соответственно, вы падаете. Дальше, способ крепления секций. Секции палок для скандинавской ходьбы, они завинчивающиеся. Выдвигаем, завинчиваемся. В чем минус завинчивания? То, что всегда есть немного свободного хода. То есть там стоит и пружина или свободный ход. То есть вы всегда будете бежать и немного проседать. Поскольку в трейл-раннинге нагрузки более повышены, опять же, особенно при беге вниз, то палка в один прекрасный момент 10, 20, 100, 300 раз вы ударите, а камень на вас провалится и туда уходит полностью, она сложится, соберется, вы опять же туда вниз уйдете. Трейл-раннинги по-другому. Трейл-раннинги, способ крепления секции используется так называемая клипса. То есть и внутри никаких механизмов, пружинищих и прочих нету. Она завинчивается достаточно жестко. Стоит регулятор, можно подкрутить отверткой. То есть и хода вообще ни на миллиметр нету, палка абсолютно жесткая и она фиксируется. Вкратце все.